Это время есть на РГВК Дагестан. Всем здравствуйте! Наконец наступила настоящая весна, а мы и рады. Сегодня, как и всегда, мы будем готовить легко и вкусно. Ну а пока пойдемте за продуктами в любимом зеленом яблоке. Грибной крем-суп, шампиньоны, картофель, лук репчатый, куриный бульон, сливки, салат весенний, куриная грудка, фасоль, кукуруза, салат айсберг, майонез. Всем еще раз здравствуйте, рада приветствовать вас в нашей студии, в салоне бытовой техники СМЭК. Сегодня у нас в гостях очаровательная девушка, человек с активной гражданской позицией, Аделия Муслимова. Аделя, привет. Привет. Давай начнем с того, что мы сегодня готовим. Ну, мы с тобой будем готовить грибной суп и салат. Салат с куриной грудкой, фасолью и кукурузой. Ну, такое легкое весеннее сочетание. Да, я думаю, самый раз на весну. Отлично. Начнем с того, что поставим варить куриную грудку. Возьмем такую классную кастрюлю СМЭК. Очень нравится дизайн. И положим наши куриные грудки. Так, пока варится наша куриная грудка, она для салата, правильно? Давай подготовим овощи для нашего супчика. Мы используем лук. Держи. Спасибо. Его нужно почистить и крупно нарезать. Хочу сразу отметить, что грибной суп все готовят по-разному, составляющие могут быть разные. Сегодня мы взяли самый классический вариант. Это наши грибы, лук, картофель. Все это обжаривается, варится, потом будем блендерить и затем зальем сливками. Я займусь картошкой. Пока мы готовим овощи, Аделя, давай расскажем о том, что 7 лет назад ты выиграла грин-карту для поездки в США. Да, со своим мужем. Расскажи, пожалуйста, как вообще тебе пришла идея в голову участвовать в этой лотерее? И что это за лотерея? Расскажи, пожалуйста, немного об этом. Да, вообще, я думаю, многие из вас знают. Если кто не знает, я расскажу. Каждый год Америка как бы проводит розыгрыш. Розыгрыш вида на жительство. То есть человек в определенный период, обычно это осенью, ноябрь, октябрь, может заполнить анкету онлайн. Анкета достаточно легкая, то есть не нужно для этого обладать супер какими-то навыками. Есть куча инструкций в интернете. Вы можете подать эту анкету и в мае проверить результат. То есть, когда вы подаете анкету, вы выписываете специальный номер, который вам присваивается, confirmation number, и проверяете результат. В моем случае, как бы мы, получается, ну, я с мужем, а нам повезло со второго раза. То есть вы дважды подавались, только да. Со второго раза? Первый год был 2015, когда я подала, как бы мимо. И 2016 я подала, и вот в мае я... Причем в первый раз, когда я подала, я прям в первый же день результатов прям сидела, проверяла сайт, виз, куча людей сразу начинают проверять. А во второй раз как-то уже, знаешь, я даже не надеялась, особо не верила. Но вот так вот
повезло со второго раза. По поводу того, как вообще я решила и ну, почему было такое желание. Почему вообще Америка, да? Да. Я скажу так, все очень просто. Наверное, все мы любим американские фильмы. Uh-huh. То есть вот на фоне вот этих фильмов, как-то, я не знаю... Идеализации жизни в Америке, да? То есть, знаешь, есть люди, у которых есть определенная цель. Вот, например, uh-huh. я хочу поступить в такой-то университет, uh-huh. отучиться на такого-то айтишника, или актера, или режиссера, там, переехать в Лос-Анджелес. У меня такого не было. Все было гораздо банальнее, проще. Просто фильмы. Но перед тем, как я подавала вообще анкету на лотерею, у меня были мысли попробовать поехать. Есть такая еще программа, то есть ты можешь там работать няней, жить в семье, получать как бы, ну, относительно небольшие деньги, но у тебя бесплатное проживание, тебя кормят один, по-моему, или два выходных в неделю. И вот ты можешь по программе как бы няни поехать. Я такой вариант тоже рассматривала, но, честно сказать, я не могу сказать, что я прям рассматривала. Опять же, у меня был какой-то план. То есть это все было как вроде хочу, вроде бы надо. Единственное, что я, кстати, для этого сделала, вот единственный шаг, я получила права. Потому что в Америке очень сложно без машины. И когда они нанимают няню, у них прям это требование, чтобы няня умела водить машину. Вот это единственный такой шажок я сделала на пути к таким планам. Но, слава богу, получилось все с лотереей. То есть это... Но здесь еще важно отметить, что на 2015 год ты уже окончила университет, ты... работала весьма в хорошем месте, а в Москве, в да, то есть у тебя было все, как говорится, отлично здесь. Аделя, сбылась твоя американская мечта, да, можно так сказать? Можно так сказать. Ты уже 6 лет как живешь за границей, в Чикаго. А расскажи вообще, что поменялось? Глобально ничего не поменялось. Для нас это был эксперимент. Это интересный опыт. Особенно, знаешь, когда вот ты молодой, необремененный, еще нет детей. То есть мы были такие легкие на подъем, нам не было страшно делать такой шаг, как люди говорят, там, из зоны комфорта выйти. Нам особо терять было нечего, рисковать было нечем. И в конце концов всегда можно вернуться. Поэтому я могу сказать, что был получен хороший опыт, безусловно, язык был подтянут. Это был такой своего рода, как сейчас говорят, челлендж. То есть вот так вот ты окунулась просто и начала, окунулась в бездну и начала жизнь с чистого листа. Ну, было, наверное, сложно. Было сложно, было морально немножко сложно, потому что ты... Как бы все по-другому, все немножко не так, как в фильмах. Далеко не так, да? Ты сталкиваешься с реальностью, я не буду как-то, знаешь, все это преподносить и преувеличивать, чтобы был ужас-ужас, но, конечно, были и где-то разочарования, где-то прям отчаяние, где-то были моменты, когда хотелось просто все бросить и уехать домой, честно сказать, но у нас был такой вот в голове, знаешь, план вот 5 лет получить гражданство, как-то постараться, попытаться. Не так, что ты приехал и через полгода вернулся обратно, и знаешь, такой внутри себя гоняешь мысль, ну, как-то ты, наверное, не справился, ты, наверное, слабый, Америка любит сильных. То есть был какой-то вот этот 5-летний срок, и благо вот на 5-й год нашей жизни там все немножко начало как-то стабилизироваться. То есть я бы сказала так, если коротко, 1-3 года, они самые сложные, их нужно пережить. Не знаю, ты же тоже как бы переезжала в Москву из Махачкалы. Да, но вот. Я могу сказать, что был самый сложный 1-й год, первый курс, даже 1-е полугодие, но все-таки это не сравнится. Ну, да. Рядом со мной были братья, родственники, была там ассоциация молодежи Дагестана. А в Америке, наверное, кстати, у вас и диаспора есть. Ты знаешь, там много русскоговорящих, потому что мы не делим как-то русские там, мы все русскоговорящие, но там большая очень украинская диаспора, там большая кыргызская диаспора, казахская диаспора. Так, у нас уже готовы овощи, давай обжарим лук, вот так нальем. Пока обжаривается наш лук, варится куриная грудка. Аделя, расскажи в итоге, кем вы стали работать
переехав без знания языка. И кем работаешь сейчас? Да, ну, естественно, все прекрасно понимают, что без знания языка вариантов мало. Это всегда будет скорее низкоквалифицированный труд и сфера услуг. Моя самая первая работа была в прачечной. То есть это была русская баня, где мне нужно было все полотенца закидывать в стирку, халаты, потом в сушку, потом все это сворачивать и выдавать клиентам. Там я проработала 3 месяца. А параллельно также я стала заниматься клинингом, потому что у меня в бане была работа как бы частичная занятость, деньги уходили очень быстро. Кстати, это тоже интересный момент, к чему надо быть готовым, я расскажу. Вот, поэтому параллельно я начала брать уборки. Вот, а потом был период, когда мне пришлось поехать в Россию за кошкой, то есть я оставила работу, поехала за кошкой, вернулась. В общем, знаешь, если коротко, кем только я не работала, и все это было вот каждые 2-3 месяца, то есть я за эти 5 лет столько поменяла работ, сколько за всю свою жизнь, мне кажется, я не поменяю за такой короткий срок. Это и няня, и пиццемейкер, я научилась там делать ногти, я работала и на уборках, как я уже сказала, то есть... Большой спектр услуг. Тогда жизнь поменялась. Жизнь поменялась через 4 года. Мне кажется, Всевышний услышал мои молитвы, потому что я... Знаешь, когда ты переезжаешь и работаешь первый год-два, я-то морально была готова. Я себе говорила, я мужу говорила, что я готова на любую работу. И мы все выдержим. Но ты как-то вначале думаешь, что, ну окей, это временно, год, два, три. Но когда у меня уже 4 года, знаешь, прошло, и я все вот застряла на каких-то таких работах, вот тогда я немножко поняла, что я устала. Что надо что-то менять. Чтобы что-то менять, нужно идти получать образование. Нужно хорошо говорить по-английски. Естественно, язык мой, конечно, он улучшился, но еще раз идти учиться я немножко морально не была готова. Аделя, задам такой вопрос. Ну, жизнь многих россиян изменилась с началом специальной военной операции. Скажи, пожалуйста, как это отразилось на твоей жизни в Америке? Это хороший вопрос. Ты знаешь, у нас были близкие друзья украинцы. Прям мы с семьями дружили, тоже муж с женой, мы жили рядом. И самая вот ирония судьбы, что за 2 года до СВО Новый год мы встречались с ними, и наш Новый год проходил так. То есть мы собирались, накрывали стол, и когда уже 12 часов били куранты, мы сначала смотрели поздравления украинского президента, а после смотрели поздравления российского президента. И это было 2 года подряд. Естественно, с началом СВО это был шок. То есть большая украинская диаспора, куча друзей, которые из Украины, ты не знаешь, как реагировать. Вроде идет какая-то волна ненависти, русофобии, то есть в адрес России, в адрес россиян. И как-то вот, ты знаешь, это был очень сложный момент. Но здесь тебе проснулся патриотизм. Ты знаешь, наверное, да, потому что когда все стали отменять Россию и русскую культуру, я поняла, что единственный как-то вот мой способ успокоения – это сделать какое-то благо через культуру. Мы стали активно участвовать в мероприятиях, пытаться как-то через русскую культуру приобщать людей. И, это фестивали, это что? Это фестивали, это выставки. Например, какой-то район, ну, Чикаго – это город, я немножко коротко объясню, а есть еще пригороды. Они относительно недалеко от Чикаго, и вот, например, какой-то... Пригород, администрация пригорода хочет провести фестиваль, потому что в Америке живет, естественно, много национальностей, много народов, и там это очень популярная тема, когда эти дистрики проводят фестивали и приглашают разные страны. То есть ставится палатка, и каждая страна ставит какие-то что-то свои атрибуты. Что-то было похоже, я помню, во времена нашего студенчества на землячествах, в Рудене. Да, в Рудене особенно часто это было, согласна. И вот мы стали участвовать, нас стали приглашать, у нас была очень, ну, была, есть и будет, очень красивая палатка, матрешки, это, естественно, все очень нравится детям, все красочно, платки, костюмы. И вот, вот так мы стали как-то вот активно этим заниматься, как волонтеры. Наша куриная грудка готова для салата. Сейчас мы продолжаем готовить грибной суп. У нас, можно сказать, так,
зажарка из лука и грибов. Мы перекладываем это все в кастрюлю. Мы должны его посолить. Мы добавили здесь у нас обжаренный лук, грибы, картофель. Залили это все куриным бульоном. И будем варить. Должно получиться вкусно. Аделя, пока мы ждем наш супчик, давай приготовим яблочный сок. Тем более, что у нас такая классная соковыжималка, шнековая. Здесь холодный отжим, и самое главное, сок не окисляется. Давайте проверим. Давайте. Возьмем яблоки, их можно не очищать. Только отделим сердцевину. Я представляю, как это должно быть очень... вкусно. Кстати, я давно искала соковыжималку для своей мамы. И что здесь еще важно отметить, что шнековая соковыжималка позволяет сохранить все питательные вещества, микроэлементы, минералы, которые содержатся в овощах и фруктах. Мне кажется, это очень важный момент. А мы подготовили яблоки. Сейчас будет ответственный момент. Обратите внимание, сок зеленый, а насколько я помню, из обычной соковыжималки он сразу становится коричневым, то есть он окисляется, а здесь нет процесса окисления. Соответственно, все полезные вещества сохранены. Эксперимент удался. Получился очень классный сок. Я уверена, что те, кто попробовали его за кадром, довольны. Судя по их лицам, да. А мы приступаем к готовке салата. Пока я буду нарезать наш салат айсберг, Аделя, расскажи, пожалуйста, как часто ты приезжаешь в Россию? Приблизительно у меня получается приезжать где-то раз в 1,5-2 года. Угу. Хотелось бы чаще, но, к сожалению, в Америке отпуск всего лишь 2 недели в год. Ничего себе! Оплачиваемый, да, и поэтому последний раз я, получается, приезжала 2 года назад, чуть меньше, и вот сейчас. Я знаю, что многие приезжие, когда оказываются на родине, в первую очередь идут лечить зубы, проверять свое здоровье. У нас очень развита также индустрия красоты. Расскажи про это. Именно так. Первым делом стоматологи, анализы, врачи, косметологи, массажисты. В этом плане, конечно, мне кажется, России равных нет. Я очень люблю нашу медицину, наших мастеров. Они действительно, на мой взгляд, самые лучшие. Поэтому... Несмотря на то, что даже многие там любят выезжать за границу на лечение, ты все-таки считаешь, что здесь лучше? Да, скорее, здесь проще. То есть я могу все очень быстро сделать. Я могу это сделать за один день. В Америке нужно позвонить, записаться, взять выходной для этого. Ну, немножко сложно, поэтому я предпочитаю приехать и разом за 2 недели сделать все. Супер. А что скажешь насчет документооборота? Насколько я знаю, с этим тоже там все сложно. Ну, как бы все решаемо. Если сравнивать с Россией, то сложнее, потому что аналогов нашему МФЦ. Я мечтаю, когда в Америке появится что-то, какое-то подобие МФЦ, но пока, к сожалению, такого нет, где ты можешь в одном месте сделать все. И, естественно, это очень удобно. Госуслуги, МФЦ – это просто сказка. А что по поводу банковской системы? Банковская система, на мой взгляд, наша проще. Доступнее, доступнее, да? Приложение, поддержка. То есть как-то все это мне все то равно... То есть кажется. Несмотря на то, что считается, что в Америке развита IT, технологии. Что технологии, все-таки в России круче. Мой субъективный взгляд, да. Для людей все проще. Все проще. Слышали? Вот так вот. Да. Расскажи, чем в этот приезд отличается твоя программа от обычной? Да, в этот приезд моя программа отличается тем, что кроме своих дел я еще делаю такие важные, можно сказать, дела.
как я тебе уже сказала, мы организовываем фестивали, фестивали российские. Да, кто-то говорит русские, то есть в Америке нет там различия россияне или русские, мы для них все Russians. Поэтому, но люди, которые живут там, это, естественно, люди, россияне разных национальностей, кавказцы наши, буряты. И когда вот мы организовываем фестивали, поскольку мы волонтеры, и каждый волонтер несет то, что есть у него, то и мне, как уроженке Кавказа, хочется внести какие-то свои кавказские акценты. А, потому что там есть матрешки, все такое больше русское-русское, а мне хочется вот добавить нашу многонациональность. Ну, ты знаешь, кстати, не совсем Дагестан, Кавказ. Потому что там большая именно кавказская диаспора, там очень много карачаевцев. Здесь мне приходит на ум стихотворение Расула Гамзатова про то, что в Москве я дагестанец, за границей я россиянин, да, и только в Дагестане там я аварец. Да, именно так, поэтому... Я вот хочу добавить наши вот эти акценты и закупаю сейчас много именно дагестанской, такие, знаешь, сувениры, атрибутика, наши какие-то такие отличительные, да, сувениры, скажем так. И плюс у нас есть в Чикаго ансамбль «Калинка», есть русский хор. Калинка меня все зазывает к себе, приходи танцевать. Я говорю, это, ребята, конечно, замечательно, но я все-таки, как я уже сказала, являюсь уроженкой Кавказа, и я ходила на танцы в детстве, поэтому я решила поставить танец. Это будет лезгинка. Но, кстати, тоже это будет не такая не дагестанская лезгинка, это будет Кавказ. То есть мы сделали попури там у нас и ингушетии, и Чечня, всего по чуть-чуть. И вот это мой такой посыл, что мы разные, нас много, мы едины, и как бы это очень важно. Супер, просто, я не знаю, патриотизм просто. Ну, ты знаешь, я стараюсь развивать вот этот стереотип, что если ты уехал, значит, ты не любишь свою родину. Я не знаю, почему вот такой тренд сейчас идет, и я абсолютно с этим не согласна. Ты можешь жить где угодно, но это не значит, что ты должен быть против своей страны. Это была очень воодушевительная речь, но мы вернемся к нашей готовке. Я нарезала так соломкой салат айсберг. Кстати, здесь можно использовать также пекинскую капусту, но айсберг для меня более такой свежий, более весенний. Нарежь, пожалуйста, куриную грудку, тоже, наверное, соломкой. Я могу, кстати, тебе помочь. Давай. Один кусочек, я один, ты. Я, кстати, наблюдала за тем, как ты участвовала и транслировала свое участие в фестивале молодежи, который совсем недавно проходил в городе Сочи. Расскажи о своих впечатлениях. Ты знаешь, это был мой такой первый опыт участия в фестивале, потому что я знаю, что в России уже были аналогичные, и в 2017 году мне ребята рассказывали, но это был мой первый опыт, и, честно сказать, я приятно удивлена организацией. Все было на высшем уровне. Я такой, не могу сказать, что сильно придирчивый, но капризный в каких-то моментах человек, но, честно, даже не могу вот сказать... Даже не могу придраться к чему-то. То есть, начиная от трансфера, заканчивая, я не знаю, питанием, программой, всем-всем, это просто был топ. Что тебе удалось там увидеть? Ну, самое такое яркое, конечно, событие, это мне удалось... попасть на встречу с Владимиром Путиным. Вау! То есть это, ну, представь, 20 тысяч ребят из разных стран, и где-то, наверное, вот, если так не соврать, на вскидку человек 100-120 только смогли попасть на встречу с Владимиром Владимировичем. И я прям так сидела почти напротив него, и это, конечно, было очень яркое. Эмоции на всю жизнь. Ну, эмоции на всю жизнь. Еще одно из таких ярких событий, это была также встреча с Сергеем Лавровым, министром иностранных дел. И более того, нам, как бы, лично я не задавала вопрос, но наша делегация задала вопрос. И мы, у нас был такой посыл, мы за дружбу России и Америки, потому что слишком большая ответственность перед миром. И вот наша делегация это озвучила, ребята. Делегация Америки. Да, да, получается, что как бы американская делегация. Вот, и это тоже показали по всем новостям. Это был твой звездный час. Знаешь, я туда случайно попала, честно сказать. Я не планировала быть в кадре. Также была встреча с Дмитрием Анатольевичем Медведевым. В общем, ты знаешь, все такие... топовые встречи яркие тебе удалось, люди, да? Да, посетить. Политики мне удалось посетить, и, конечно, я прям была в восторге. А что еще показывали вообще на фестивале?
Там были разные программы для одаренных людей, для активистов, то есть смотря из какой-то сферы, где-то для журналистов, где-то для ученых. То есть и площадки образовательные были для, практически для каждой да. сферы деятельности. Да, программа была максимально насыщенная, максимально интересная. Я общалась с иностранцами, я задавала потом им вопрос, как вам понравилось, вообще как вам Россия, ты знаешь, мне все сказали, что они боялись, то есть у них пропаганда все Россию обычно как представляют в таком устрашающем. Медведи по улице ходят. Медведи по улице там и так далее, но они приятно удивлены. И лично мне вот даже девочка, мы ехали в поезде, когда в Москву и Сочи, она говорит, я знаю людей, которые за 2-3 дня до фестиваля все-таки сняли свои кандидатуры и отказались ехать, хотя у них уже были билеты, вот именно из-за страха. Но как она счастлива, что она не сделала так. То есть у нее тоже были такие мысли. Супер. А после фестиваля вас еще отправили в регионы, да? Да, для иностранцев была еще региональная программа. Мне выпал Смоленск, то есть после Сочи мы приехали на 3 дня в Москву, нас водили на ВДНХ, по Красной площади, в общем, показали Москву, а потом мы поехали все по регионам, и вот я, получается, оказалась в Смоленске, нам также показали город, нас приветствовал губернатор, нас отвезли на родину Юрия Гагарина, это недалеко от Смоленска, город Гагарин. В общем, такая насыщенная программа, ты знаешь, да? Вот максимальная, я же говорю, организация была на высшем уровне, на мой взгляд. Супер, приятно слышать. Да. Тем временем наш салат практически готов, как у тебя дела обстоят. Я думаю, что можно вот это все нарезать. Это тоже нарезать надо, да? А можно пока оставить. Наш салат готов. Спасибо, Адели, за это. А суп у нас тоже сварился. Сейчас мы вот этим прекрасным, просто какой он красивый блендером. Мне даже пользоваться не хочется. Хочется, просто стоял как экспонат. Будем его пюрировать. После того, как мы его пюрируем, мы добавим немного сливок. Мы приготовили 2 таких ярких и очень питательных блюда. Уверена, что это будет вкусно. Тем временем хочу задать свой заключительный вопрос. Аделя, скажи, пожалуйста, что в твоем холодильнике можно найти всегда? Всегда можно найти яйца, рыбу, лосось. На английском salmon, да, это, наверное, лосось. Кстати, еще сыр буррато. Супер, очень интересный набор. И в завершении я бы хотела все-таки спросить, я думаю, что этот вопрос будет интересовать наших зрителей, а есть ли желание вернуться в Россию? Это хороший вопрос, ты знаешь, да. Для нас это был хороший эксперимент. Опять же, я не хочу загадывать, я не хочу зарекаться, но такие планы действительно есть. Потому что я осознала, что все познается в сравнении, что в нашей стране очень даже неплохо жить. И везде есть свои плюсы и минусы, я всегда отвечаю так. Я благодарна за опыт, но везде есть плюсы и минусы. Я очень люблю свою страну, свой край. И я горжусь этим. Сейчас тенденция, опять же, стыдиться. Абсолютно нет. Я горжусь своей страной. Супер. И детей все-таки растить ты хочешь здесь? Да. На этом мы будем завершать нашу программу, выражая огромную благодарность нашему генеральному спонсору сети супермаркетов «Зеленое яблоко» и нашему спонсору салона бытовой техники «СМЭК». Сегодня с вами были Аделия Муслимова и Тамара Алиева. До новых встреч, друзья. Пока. Официальный дилер «СМЭК» по Республике Дагестан. Адрес: Махачкала, Акушинского, 34М.